решить ее. Попробуйте меня так. К вам сегодня в гости пришел самый сильный человек России. Вот. Вы знаете, кто это? Знаю. Вячеслав Анатольевич. Вячеслав Анатольевич. Вот. Ну, можете подойти потрогать, руку пожать. Представляете, какие мышцы? Давайте бицепс дам потрогать. Вот, 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 вот по чуть-чуть. Потрогать, какая рука. Вот. Какие мышцы огромные? Огромные. Да. Это пузо? Нет. Ну, молодец. Давай, пожму руку. Другую. А вот эту? Да, давай. Молодец, хорошо жмешь. И ты молодец, хорошо жмешь. Другой рукой, правой. Хотя понятно, какие мышцы. Да, понятно, какие мышцы. Ребята, вы хотите быть сильными? Да. Максим, поворачивайся. Они стесняются. Давай, тебе ты. Ну-ка, покажите свои силы-то. Да, ты как тряпочку дал мне. Да, сожми нормально. О, чувствую силу. А что, девочки? Аня, иди сюда. Аня. Я прожал, да.